Всем привет! Мы московское отделение евразийского фан-клуба Димаша Кудайбергена. Moscow Dears! Стоп! Давайте вернемся к самому началу, к 8 марта. Творческий вечер Валентины Юдашкина и премьера песни Димаша «Your Love». Полную версию этой песни вы можете увидеть на канале Димаша Кудайбергена. Ссылка в описании. Moscow Dears прибыли на концерт Ильи Покровского. Ага, попались. Небольшой спойлер. В этом фоторужье сейчас самое-самое ценное, что может быть. Да, Наташа? Это? Сейчас в нем находится что? В нем находится самое ценное. Там находится эксклюзив. Эксклюзивные фотографии с премьеры новой песни Димаша Your Love. Your love. Мы только-только с Кремля отсняли все самое горячее и красивое. Скоро будем выкладывать фоточки. Ждите. Ну, а мы на концерте Ильи Покровского. Давай. Сейчас, секундочку, нет, какой интересный мужчина. Не показывай. Подожди. Очень много цветов. Он был красным. Он был красным. Все равно выйдет уже после песни. Ну да, вообще уже весь спойлер? Инстаграм. Я могу пролистать буквально. О май гад. Много цветов. Да, какой же он красивый, девочки. Так? Видели, ребята? Видели? О! Все. Все, достаточно. Можно смотреть, можно зависнуть. А это? Мы записываем. Я смотрю фотографии. Записываем с концерта. Да. Прекрасно. Это сейчас, да? Это сейчас. Thank you.
19.00 в Мегаспорте будет сольный концерт Димаша Кудайбергена. А пока мы к нему готовимся и проводим время вместе с нашими гостями, которые, как обычно, приехали на концерт Димаша с разных стран и городов. Так что сегодня на концерте будем подпевать. Да. Обязательно. А еще у нас здесь команда уже знакомых лиц. Это Сеня. Сеня, знакомься, Сеня. Вот. Главный человек Москвы. Все решаешь. Да, да. Даша. Девушки. Сегодня у девушек, а не у Сени. Встречаете гостей, провожаете их. Да, Сеня? Да. Сеня выдает подарки. Распорядитель подарков Сеня. Это здорово. Ну что ж, чего ждете? Саша, чего ждете? Мы, наше величество. Мы ждем, да? Мы ждем, естественно, новую песню. Мы вчера были в Кремле, нам очень понравилось. Новая песня Димаша. Это правильно, мы почти не мало никакой новой песни. Мы ждем, что... Да. Да, именно Димаша, что Мегаспорт сегодня будет гореть. От нашей любви, от нашей энергетики. Мы готовились как могли. И поэтому... Казахстана, так? Да, мы из Казахстана, из города Нур-Султан, сейчас вот так называется. Телеканал Хабар, мы освещаем турне Димаша, Рига, Москва, и завтра, даст Бог, мы вылетаем в Киев. И там тоже будем снимать концерт, и будем передавать, информировать поклонников, Диас, как называет себя фанаты Димаша. Так и есть. Вот. То есть будет большой репортаж? Да, по итогам вот этого турне планируется выпустить 30-минутный ролик, фильм. Да. И будет большое грандиозное шоу. Слушайте, мы это точно не пропустим. Мы обязательно это будем смотреть, следить на вашем телеканале. Пока что, то, что он сейчас дает концерты, мы вот встречи фанатов, фан-клубов показываем по телевидению. С концерта будем
примиться. Тогда до встречи на концерте. Спасибо большое. Non potrai far felloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Абсолютно свободное. То есть вы можете общаться, веселиться, смеяться, знакомиться, перемещаться по залу, фотографироваться и снимать видео абсолютно непринужденно. Наслаждайтесь вкусным обедом и напитками. Главное, не стесняйтесь, настраивайтесь на позитив и хорошее настроение. А сейчас давайте поприветствуем друг друга аплодисментами и узнаем, какие же города и страны приехали сегодня здесь. Сегодня мы собрались страны. Швейцария, Казахстан, Кыргызстан, Панама, Польша, Германия, Россия. Праздником 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, чтобы у вас все было хорошо, все было замечательно. Спасибо. Компания Дикий Орлов поздравляю еще раз с таким замечательным событием, концертом Димаша в Москве. Это уже третий концерт Димаша в Москве. Все мы хотим, чтобы Димаш дал концерт в Алмате, пока не получается, но я думаю, в этом году или на следующий год, думаю, получится. Мы ждем вас всех в Алмате. У нас чудесный город в Алматы. Прекрасные горы. Надеемся всех вас увидеть. Мы тоже всех вас любим. Нас всех объединяет действительно мировой талант Димаш. То есть Димаш — это уникальное. То есть такого действительно в истории не было. Я думаю, будет лучше. И я думаю, со временем Дирсов становится все больше и больше. Спасибо вам большое. Мы сейчас приветствуем якутский фан-клуб «Республика Саха». Здравствуйте. Лена, здравствуй. Мы так рады видеть вас снова. Это одни из самых ярых таких активных фанатов, которые есть у Димаша, и очень всегда радостно видеть вас. Вы всегда очень красивые, яркие. Спасибо. Хотела у вас узнать как раз про ваши костюмы. Можешь что-нибудь рассказать вот про ваши национальные костюмы? Ну, в данный момент на мне надето стилизованное платье в традиционном стиле. На самом деле якутские женщины раньше носили серебро, что до сих пор практикуется, но представьте, что оно весит 60 килограммов. Это на голове бастыня, илинка. Есть очень много мехов, да, так как у нас суровый климат, минус 50, минус 60, на севере бывает. А летом это вот более летний наряд, скажем так, называется халадай. А вообще, чья идея была создать вот это вот, как визитную карточку? Вы всегда на концерт приезжаете именно в национальном костюме и стараетесь как-то группой фотографироваться, все бегут к вам, вы самые у нас такие популярные. Мы уже привыкли, нам очень приятно. А кому пришла идея-то? Все началось в далеком 2017 году, когда я впервые поехала на Бастау. Я тогда думала, что я одна из Якутии, но я была одна из Якутии. Кроме меня была еще другая девушка с Ордана, но мы не знали в тот момент друг друга. И я привыкла к тому, что везде... Мы очень маленький, малочисленный народ. И всегда у нас есть праздник, солнцестояние, когда мы празднуем именно приход весны, лета, после суровой зимы. И там мы празднуем национальный праздник, называется Эсэх, где все приходят в национальном костюме. И, в принципе, для нас это не... Как сказать? Мы привыкли носить свой костюм.
И для меня не возникло даже вопроса о том, в чем я поеду. И в Астане, на тот момент в Астане, все 6 дней я ходила в одном и том же, не снимая. И это уже стало моей визитной карточкой и визитной карточкой нашей команды, что когда мы выезжаем в Сахагерс, мы обязательно надеваем костюм. Здорово. А если, например, говорить про Димаша, какой вот тебе лично нравится образ Димаша? Это очень сложный вопрос, потому что, наверное, я свое мнение скажу, потому что каждому нравится какой-то определенный образ. Мне нравится, когда он в красном. Ему очень идет красный. Нам тоже. Нет, Димаш вообще прекрасен в любом наряде, и на него можно смотреть. Он даже может одеть любой наряд, мне кажется, на нем будет смотреться хорошо. Но лично мне вот из последних нарядов очень понравилась рубашка с портупеей. Хотя многие говорят, зачем, не так вот, мне кажется, это очень круто, мне очень понравилось. Здорово. А, и, конечно же, мой любимый костюм – это дайдидао, белый костюм. Национальный, да. Спасибо большое, Леночка, я очень рада была тоже тебя видеть. Очень приятно. Пойдемте дальше общаться. Всем привет из Якутии, как говорит Димаш, приезжайте в Казахстан и приезжайте в Якутию. Я с города возле Актюбе, я город Уральска. Вчера я Юдашкина была. Вам понравилось Юдашкина? Еще такой. Я Юдашкина вообще уважаю. Человек такой. И слушающим этими звездами встретились, это концерт был. Еще высочайшие уровни моя Димаш Ханзада. Я вообще в восторге были. Вчерашний новый который слова Ларь Фабиана и музыка, конечно, крутого Агашка. Это самый любимый наш любимый композитор. Мы уважаем Димашу, как поддерживает, как отец. Ой, песни вообще восхищают. Я вот отправляюсь на Султана, там девчата, весь мир, в общем, мировой хит будет. И потому что это Киркоров, он сам такой, такой король, он и уже имя дал, мировой песни будет. Короля пора менять, да? Да. Так что это наш незаменимый голос. Гордость Казахстана. Да, моя гордость, моя Ханзада. Димашан, я вообще... Вы сегодня его еще раз увидите, сегодня на концерте будете, да? Конечно. Где Димаш, я тут хочу. Но если получится, конечно. Пока работаем, но все равно мы время нашли. Спасибо вам большое, что приехали, что посетили нас. Очень оригинальное решение вот так вот приходить на концерт и светить. Здорово. И руки свободны, да? И поцелуйчики можно слать. Oh,
Спасибо.
Я хочу поблагодарить папу и маму, то есть бабушку и дедушку, за эту возможность, за то, что поддерживаете меня, помогаете мне во всем, что бы я ни делал, чего бы мне не захотелось бы добиться, не только в плане карьерного роста,
Я все это делаю в первую очередь не для того, чтобы не для своего личного удовлетворения, а в первую очередь для того, чтобы увидеть улыбку на лице моих родителей. Это большой стимул, невероятный стимул. И по порядку, да, взрослый, первым родителям поблагодарил. Теперь пару номер два. Среди нас сегодня на моем концерте присутствует моя прекрасная мама. Закончился концерт, ай, но пока еще эмоции свежие, мы расскажем о своих впечатлениях. Я покажу вам несколько отрывков из того, как Дерс переживает вот эти первые часы после концерта. Ну что, что мы чувствуем? Концерт просто вау, просто огонь, просто огнище. Это удивительный, классный, замечательный, потрясающий, великолепный, фантастический, изумительный. И все эпитеты, которые говорят о восхищении, о прекрасном подходят к этому концерту. Димаш, мне кажется, выложился просто по полной.
приятная, и отдача была от зрителей. А после этого потрясающего концерта возвращаться домой. Ах, как не хочется, чтобы заканчивался этот день, этот вечер и вообще концерт. И сегодня, кстати, полнолуние, я не знаю, будет ли это видно. Вот там, о, кстати, да, кстати, видно. Очень большая луна. Вот здесь. Луна на ладошке. Надеюсь, что в Минске концерт будет. Можно орать, когда ты один. Едешь с концерта Димаша. Ты никак не поляешь. I'm screaming. Why can't you hear me? I'm screaming. Why can't you feel me? I'm screaming. Ну, концерт был просто фееричным. Атмосфера домашняя, теплая, уютная, веселая, просто зажигательная. Мы, сидя на попах, да, танцевали, да, на месте. Просто отрывались, отжигали там по полной. Димаш просто был невероятно раскрепощенным. Съели вот пачку Холса. Кричали, да, как, да, могли. Кричали, как могли, да, голоса посажены. Как могли. Да, надеюсь, нас было слышно. Да, вас было слышно и вас было видно. Девочки красиво приклеили борды на впереди стоящую часть. И поэтому очень хорошо все это было видно. Шикарно. У меня настолько такой адреналин, что я не знаю, заснули я сегодня вообще. Концерт просто потрясающий, на одном дыхании. Мне хотелось танцевать, я не могла сидеть, я не могла стоять, мне хотелось танцевать, это было круто. Спасибо большое. И мне понравилась работа всей команды, потому что освещение просто было нереально, свет поставлен был просто нереально, музыка, а сам Димаш, конечно, без комментариев, это просто энергия, это огонь, а как он раздулся в конце, это было классно. Ох! До сих пор не отпускает. Концерт был какой-то особенный. Понятное дело, что это наш концерт домашний, мы в Москве, но действительно была атмосфера какая-то настолько теплая, настолько живая. Димаш был какой-то с настроением, с каким-то таким вот... Он шутил много, он много двигался, он... У него был какой-то действительно такой заряд энергии, и мы тоже чувствовали это. Мы старались поддержать, кричать, светить, сделали все, что могли. Очень запомнилось то, что он спел песню «Подмосковные вечера», это тоже было очень мило, весь зал подпевал, потому что все знают слова этой песни. У меня просто нет слов. Теперь мой самый любимый концерт, я уже много... Уже раз это повторила за сегодняшний вечер, но это просто какой-то вот особенный концерт. Самый мой любимый теперь. Прекрасный вечер! Спасибо вам за такую атмосферу. Вы точно будете не знать.